Я слышал, ваш лидер, на которую я тоже возлагал когда-то большие надежды, сказал, что про нас всех, что мы не построили собачью будку. Вы слышали? Я тоже слышал, так? Я хочу сказать, что вот я был президентом всего несколько лет, Грузия 10 раз меньше. Я хочу, чтобы вы показали, что я построил в Грузии. Я построил новый парламент в другом городе, практически новый город. Я построил 150 новых больниц, 150 новых больниц немецкого уровня. Я построил около, и сделал около 1000 новых школ. Я построил центр юстиции, где надают самые быстрые услуги в мире. И выдают документы быстрее всего. Я построил десятки новых военных частей. Ни одной такой военной части, к сожалению, нет. Это с болью говорю Украине, я не соревнуюсь. И не злорадствую. Мне это больно, потому что я гордый носитель украинского паспорта. Нет в Украине ни одной такой военной части. Я построил, не говоря уже о том, что я построил там несколько оперных театров, стадион. И мы построили тысячи и тысячи домов. При всем этом, извините, я закончу. При всем этом, милый вы мой, я построил себе, у меня вот, вот имущество. Вот мой домик. 75 квадратных метров. Жилой площадь. 75. И это вопрос, и это ответ. И это моя декларация. Когда, это вы не спите ночами, чтобы там что, чего-то такого не было. Это вы не спите ночами, что что-то я забыл, 3 миллиона у жены. Взагалі мова не йшла. Шла мова, яке відношення це має до електронного законодавства. Это никакое имеет значение? Вот моя декларация. Я построил страну, и для тебя не построил ничего. Они построили все для тебя, и ничего не построили, вот для страны.